В Орехово-Зуеве стартует благотворительный сбор денежных средств на строительство памятника известному меценату Савве Тимофеевичу Морозову. Данная инициатива исходила от председателя художественного совета города Ольги Андреевой и была поддержана главой города Геннадием Паниным. Место будущего памятника определят с учетом градостроительных требований и мнения большинства историков и краеведов, считающих, что монумент должен располагаться в историческом центре города. На выбор предлагается несколько мест. Сквер между Зимним театром и Первой городской больницей, площадка перед историческим корпусом ГГТУ, где в годы Морозовых действовала богадельня, и улица имени Саввы Морозова и площадка перед деревообрабатывающим заводом.